Проснись. Это, конечно, прикольно. Так. На чем я тут застрял, конечно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, пошли-пошли. Есть много загадок, которые я не разгадал. А? Неужели мне надо выстрелить себя сюда, чтобы попасть? Да ладно. Высокоэнергетическая лаборатория. Здесь еще есть что исследовать. Да ладно, я не все нашел. Это нашел. У одной, блин, стоп, всего здесь еще есть что исследовать. Ну да. Да. Но здесь надо прям в конце лететь, когда все выключится. Что здесь? Кузница. На майсу создали гиперядро в черной кузнице и доставили их на час пепла. То есть мне здесь ее создать надо. Шестое местоположение. Это я понял. Что это? Стоп, что это такое? Что это за значок? Очень интересно. Ладно, давайте-ка попробуем изучить вот эту. Остатый квантовый сигнал тоже он здесь есть. Это у нас пучина гигантов. Лети на них прям. Рано или поздно все равно все тайны раскрывают. Это станция. Так что это? Вон же. Приземление. Это явно не просто так. Да стой ты. Опа. А. Надеюсь, я не помру, когда приземлюсь. Оп-оп-оп-оп. Так, что это такое? Бортовой журнал обновлен. Отлично. Так, модуль запуска. Хорошо. А, нет, стой. Модуль управления. Модуль отслеживания зонда. Походу он все, да? Черт, 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 не вылети, главное. Так. Наверное, мне надо вот сюда. Модуль запуска, что это такое вообще? Ну-ка. На пап-пап. Матерь моя, что это? Что за...
корни. Это что, будущее, что ли? Ничего не понял. А-а-а. Прикольно. А если я тебя в другое место вставлю, ты мне тоже сам покажешь? Мальва дорогая, Касоба. Отправляет последний деталь для пушки. Скоро мы узнаем точное местоположение ока. Касова сказала, что они с командой строительной базы установили максимальную мощность, которую нам ни в коем случае нельзя превышать. Понятно, правильно ли я думаю, что мы проигнорируем это ограничение? Наши друзья понимают, с кем имеют дело. Я предлагаю не обращать внимания на рекомендации. Если мы направим на орбитальную зондовую пушку ровно столько энергии, сколько она способна выдержать, вероятность найти око повысится. Правильно, зонд должен лететь как можно дальше и как можно быстрее. Я изменю настройки, так вот почему она взорвалась. У меня мурашки по коже при мысли о том, что мы завершаем труды наших предшественников. Это гигант. А, необычно. У меня плохие новости, Гравиланд. Мила говорит, что возникла проблема с источником энергии, поэтому мы не будем стрелять из орбитальной пушки. Надеюсь, ты пытаешься вызвать мой смех, Касова. Увы, нет, Милли не уверен, что у этой проблемы есть решение, поэтому эксперимент с орбитальным зондовой пушкой придется приостановить. Скажи Дерезе и Мальве, что они вернулись с пушки, мы с супругой пока будем на строительной базе. Новые данные, мы с Мальве присоединимся к вам седьмому. Дереза отправится к своему брату. Она боится, что он будет винить себя. Ничего не понял. Ну ладно, какие-то странные вещи. Ну-ка, что у нас сверху? Что это такое? Не знаю, какой-то песочек. Что это? Явно же это не просто так здесь. И что это? Пушка это. Это 100 пудов часть пепла. Был здесь, но не уверен, что посетил все. Стой, 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 Гапшон. Стой, я еще не дочитал. Че, одно игры, разумеется. И че тут? Так, 5 минут 57 секунд назад. Это оборудование задействовано практически час пепла. Поступил запрос на запуск зонда. Траектория запуска зонда выбирается случайно. Гравитационное поле активировано. Не понял ничего, ладно. Что здесь? Я был зондом, да, я сам себя запустил. То есть он выстрелил и сломался. Орбитальная зондовая пушка получит запрос на запуск зонда запущен. Модуль отслеживания зонда для получения данных. Орбитальная зондовая пушка получила при работе модуль нарушена. Что это
вот это я не знаю. А нет. Так, отчет повреждений. Орбитальная зоновая пушка зафиксировала избыточное давление на конструкцию. Проводится оценка ущерба нанесенного этого модуля. Модуль присутствия повреждений нет. А присутствует поврежден иллюминатор. Зафиксирована утечка кислорода из... Отсутствует. Там же еще надпись. Ну ладно, получается, здесь делать нечего. В общем, это напрямую связано сейчас с пеплом. Крути, не крути. Так, мне значит сюда. Да ладно, можно с космоса зайти. А черт. Главное не потерять ничего, да, здесь. В общем, один вход с космоса. Так, надо зарядить топливо, потому что у меня его нету. Он разбитый. А черт. Стой. Тихо. А, я здесь был? Да ладно. Ну, какие-то записи будут. Представь себе, Дереза, модуль слежения зонда. Первый во вселенной узнает координаты такой вселенной. И ты будешь первый, кто их увидит. Это большая честь и большая ответственность. Ты ведь не пойдешь в орбитальную... Не пойдешь в орбитальную пушку. А, ты ведь не подашь в орбитальную пушку больше энергии, чем нужно. Не бойся, моя осторожная подруга. Нам нужно запустить зонд лишь один раз. Кому есть дело до того, что станет орбитальной пушкой? Мне есть дело, Мильба. Мне есть дело, потому что если сломается модуль слежения зонда, мы не сможем получить данные с самого зонда. Так, что это у нас? Ага. А это другая комната, да? Так, что еще здесь есть? Ну, табличка. Дорогая,
Кассава отправляет последний деталь для пушки. Скоро относительно мы узнаем точное местоположение ока. Классава сказала, что они вот с командой строительной базы устроили максимальную мощность, которую нам ни в коем случае нельзя превышать. Правильно, я думаю, что мы проигнорируем. Это же было. Странно, один и тот же, что ли? И на какой месте? Ох ты ж, господи. Так. То есть, наверное, тут тоже, да, можно было сделать такую фигню. Ну ладно, здесь делать больше нечего. Ей! Господи! Так, что мы узнали? Станция. Модуль. Модуль отслеживания зонда. Строительство базы. В смысле? Я же был в модуле отслеживания зонда. Так, один из трех модулей. Так, модуль отслеживания зонда получил данные, но май работает в модуле. В проекции на май было видно модуль Сержа, кажется, он где-то под водой. Через иллюминатор были видны фиолетовые электрические заряды. То есть он упал, да? Под водой. Ну все, это вот выход наш на гигант. Тяжелая гравитация. Надо починить. Что-то есть. 60 метров, прям рядом. Неупорный сигнал. Далеко. Тоже далеко. А, это ты. Хорошо, что ты пробежал самостоятельно куда-то, это всегда круто. Слушай, не хватит чел тебя пугать, но я в последнее время постоянно умираю. Все это довольно странно. И а ты как? Не доводилось недавно умирать? То есть вот очень таки спокойно. Доводилось, было время на такие. Время и правда странно все это идет. Да, твоя теория все объясняет. Ну что ж. Вижу, такой поворот тебя не пугает. Как тебе? Лично я люблю новые ощущения. Отпадает, чтобы в ледяную петлю мне еще не приводилось. Вернее, мне кажется, что я не доводилось. Что не доводилось. Похоже, никто, кроме нас, не замечает явление времени. Раковик до сих пор думает, что мой вопрос тебе не придется умирать был метафорическим. Даже если рассказать о временной петле, в следующем цикле придется рассказывать заново. Раковик-то не замечает, что все это повторяет. И вот еще странное, я каждый раз вижу, что воспоминания из прошлых времен. Временной петли, когда умирает. Наверняка связано с той большой статуей на Майе, которая была на одном из островов. Стоило мне на нее посмотреть, как она открыла глаза и начала светиться. Она произвела мои воспоминания точь-в-точь, как я умер. Когда статуя в музее отреагировала на меня так же. Серьезно? Наверное, благодаря статуе на Майе мы осознаем, что попали во временную петлю. Нет статуи, нет памяти о себе. Буду пока придерживаться этой теории. Ты знаешь, что нет.
о статуях и временных сфер, расскажи, я буду быть. Ладно, все-таки можем подождать. У тебя же первый день еще полет, ну типа того, давай лучше о тебе поговорим. Хочу сказать, что мы встретились. Я знаю, что случилось капитально с новой пушкой. Так, эта пушка ломается в начале каждой битвы, правда? Причем проблема слишком много энергии. Довольно жутко, думаю. Ланец и Шпат могли бы сделать что-то подобное, даже не верится, что устройство Май могло поломаться. Хотя, наверное, поломается не совсем подходящее, что все-таки орбитальная земная пушка успешно стреляет в начале каждой петли. Намек. Намек, намек. У тебя бывало такое, что вдруг смешно слышишь, что он начинает тебя дефицировать. То есть, тебе говорю, если слишком долго глядеть, можно впасть сразу. Что еще знал? Хочу поговорить о вам квантовом стихотворении. А, о том, что в лесу, помню его забавную практику. Она может превратиться в 24 раза в стихотворение. Когда налетаюсь долго, снова займусь квантовым искусством. Может быть, создам статую или какой-нибудь тварь, которая появится из ниоткуда и пугает тебя до смерти. Гениально. Так, что ты делаешь? Бери выше, что мы тут все делаем. Ну ладно, шучу, я исследую нашу Солнечную систему, как ты. Знаешь, космос дает простор для размышления. А тут так и тихо, и спокойно. Но большую часть времени. Иногда приходит смерч и сметает мой маленький и уютный островок. Тогда становится не так спокойно. Что можно исследовать общим гигантам? Можете, будет интересно. В начале каждой петли я вижу в небе какую-то яркую вспышку. Наверное, что происходит на орбите планеты. Что еще это может быть? Могу рассказать об острове статуи. Я его так называю, потому что это остров, на который нашлась статуя на Майсе. Конечно. Там на пляже со мной случилась вся эта история со свечей. Хорошо, пляж, между прочим, хороший пляж. 7 из 10 по шкале отдыха Габро. Если интересно, остров статуи это тот, что соединяется каменной аркой с двумя другими островами. Ну, почти соединяется, увидишь. Что за такой метод? Да вообще, я тоже в шоке. А ты хочешь знать все не больше? Ну что ж, учили гвенцы, здоровенно и в основном покрыто водой. Ну, все понятно. В океане есть сильное течение, которое не дает погрузиться глубже. Честно говоря, не представляю, как не справиться. Слушай, здесь туго. Я знаю 4 острова, включая этот. На одном из них, прямо на пляже, мне пал статуя на маме. Про смерчи, наверное, знаешь. Их сложно проглядеть. Они поднимают в воздух все, что задевают. Даже острова. Если они поднимут тебя, постарайся приземлиться в воду. Так больше шансов выжить. Где твой корабль? Хороший вопрос. Он точно где-то на этой планете. Ну, если смерч не унес его в космос. Вот это был бы номер. Надеюсь, ему не видно. Ага, то есть смерч сможет разносить. Так, мне нравится, что он приближается. Вообще не нравится. Ладно, я успею. Слишком сильное давление. Окей. Yeah.
Нифига себе. Хо-хо-хо-хо. Я в космос. Так, 4 острова, это хорошо. Что это такое? Ага. Так, опять отсылка на пушку. Ну-ка. Вот и все, мы закончили последний модуль данного зондовой пушки. Готовы отправить его на орбиту пучины гиганта. Теперь мы должны отправить Терезу к орбитальному зондовой пушке, чтобы она установилась систему отслеживания болта. Хочу искренне поблагодарить всех на строительной базе за упорный труд, несмотря на все неудачи, мы ставим шаг вперед к тому, что уже не надеемся сделать. Боже, ты стареешь, дорогой. Лично пишут такие милые слова. Седум, если я стану только наполовину дальше с вами, как гравил с Марио, пожалуй, выстрели мной из орбитального зондового пушки. Давай. Я знаю своего брата, Гравил Лан, наверняка захочет запустить зонд с максимальной силой. Успокоюсь, выдержит любых. Предлагаю сообщить Гравил Лану и Мирию за заниженные показатели максимальной энергии, чтобы они не повысили настоящие. Эти кадры все равно привыкли, да? Плохие новости, Гравилан. Милый говорит, что возникла проблема с источником энергии, потом мы будем стрелять из орбиталь. А, мы не будем стрелять из пушки. Надеюсь, ты пытаешься вызвать мой смех. Увы, нет, Мили. Ну, я не уверен, что у этой проблемы есть решение. Поэтому эксперимент с орбитальным зубом придется остановить. Неправильная, непереведенная надпись. В смысле? Скажи Терезе и Мальве, чтобы они вернулись с пушки. Мы с супругой пока побудем на своей базе. Новые данные мы установили, присоединим к вам. Сидун Терез отправится к своему брату Березку. Она боится, что он будет видеть себя. Что происходит? Что это? 18 минут 44 секунды назад. Это зон теперь запущена орбитальная станция. То есть как-то его отследить там можно. Где это? Ну, это я запустил, да? Это я накидал там. Интересно, если я буду ставить вот на вот этой фигне, я спустился в космос, я приземлюсь нормально. Что, это же необычно. Что берет и выкидывает меня в космос. Ай. Ничего нет.
я просто что-то упускаю. Здоровый островок, хорошо. Это пустая сфера, сколько? Пустая сфера вот эта есть. Да ладно. Я еще попасть так-то надо. Интересное место. Так, послен мы седьмым поднимали детали орбитальной зондовой пушки на орбиту, но одна из них вдруг ушла под воду. Касаро убедил меня не экспериментировать с другими деталями, но я хочу выяснить, как произошло. Разве течение можно преодолеть? Благодарю за интересный вопрос. Мы совершили открытие. Кронос создал модель пучины гиганта здесь, в Южной обсерватории, на той сфере, и выяснил, как нет, мог утонуть. Последний раз смотрю на модель через проекцию, но не могу понять, в чем ваше открытие. Учится ли тебе объяснить его суть, если я лично посещу обсерваторию? Если тебе не тягость или конфедерация в Южном полюсе под землей, приходи в любое время. Сразу два пути. Один начинается у гравитационной пушки на пустой сфере, другой берет начало у башни квантовой истины. Интересно. Если он жаль, что ты не видел. Мы думали, что течение препятствует даже частичному погружению объекта, но наша деталь опустилась к самому ядру. Так, ладно. Загадки, загадки, загадки. Еще круто. Разбитый корабль еще два оставался. Здесь не понятно, что делать. Тут. Да? Что делать с этим, чтобы не хочу присоединиться? Ну и ладно. Мы же должны приземлиться рано или поздно. Нету. Что это такое? Что это было, я не понял.
Чем меня убило? Алло. Чем меня убило? Я почти добрался. Алло. Так, но это мы знаем, что это зонт. Мы его один раз уже догоняли. Я пока не понял, зачем. Он отправился за оком. Что меня вообще убило, я не понял. Блин. Мы знаем, что модуль летит на волну, поэтому не взорвался.
разберусь. Я знаю, что там будет безопасно. Я не знаю, Кима Карли умер. Так, запись четвертая. Номер не важно. Авария 2. Скучный авария. Скучный аварийное возвращение. Спросить об этом. Уж об этом думать сланец. Ха-ха, так, так. Да, прямо к игру получается. Пучина гиганта. Ты теперь зашпатован. Не знаю, как. Кому как, а мне правильно. Поверь, не могу, что меня не убило током. Роговик и жила умрут. Зависть тебе даешь. В конце концов, не все решается силой. Что ж, это место можно вычеркнуть из списка. Остается главное, прижди меня черным цветом. Что и как? Прожечь костер, бла-бла-бла. Что за креветка? Как и чё? Что теперь делать с этой креветкой? Даже если всё рассчитать, грубо говоря. Ок, по мне. Мне надо в космос пульсить. Чтобы эта креветка что-то дала мне. Но смысла нет этой креветки. Это было очевидно, раз. Так, осталось прочитать третью часть. Здесь, походу, мне говорили, падай будут, да? Так, мастерская представление штаб. До того, как меня выкинут в космос. Это будет крайне неприятно. Что я буду делать?
для защиты от. Прикольно. Для защиты от выброса в космос. На мае, правда, он сказал, что это опасно. Да? Нельзя. А если мы не пойдем через дверь, а проберемся за ним, то это не точно. Но он сказал, что это тоже нельзя. Я вот просто всех не посредний эксперимент. Но... В случае того, что угодно, давай не пойдем, вот. А, может, в следующий раз. Так, опуститься вниз. Должен быть. Так, что есть, надо срочно выбежать. Друзья, добро пожаловать на кучу гиганта. Мне не терпится показать вам статы. Если вы не найдете меня дома, то я, наверное, мастерство сниму под островом. Под островом? Как мне попасть вниз под остров? Вопросы о милых вопросах. На вилле на место должен попасть. Попасть туда я не вижу. Вода проплыла, все просто. Проплывешь, да? Дождаться, когда выкинет хвост, чтобы зайти снизу, да ладно. Да не может же быть такого. А ближайший космос не скоро. Ха-ха-ха. Так. Вот он вход. Супер. Отлично. Так. Главное не попасть, не улететь, а то если упаду здесь, будет кирпик.
вспоминает. Так, Милли, пожалуйста, дойди назад, чтобы Силун оказался ближе всех к статуе. Она соединяется с тем, кто находится от нее на ближайшем расстоянии. Видите, у статуи открылись глаза. Это значит, что она соединилась с Седуном. Пока Седун находится в пределах этой звездной системы, статуя будет получать все его воспоминания и задействовать проект «Сейчас пепла». Это настоящее произведение искусства. Он снова превзошел себя, поскольку соединение прошло успешно, можно протестировать мой прототип хранения памяти. Каждая статуя будет отправлять воспоминания своего Намаи в отдельное хранилище в глубине часы пепла. В каждом хранилище также будет маска, связанная со статуей, которая может отправить сохранение воспоминаний назад в соответствии с Намаи. Чекпоинты изобретите. Все пройдет успешно, но я на всякий случай запрограммировал так, что они сработают и при ошибке будут. А зачем? Если на проекте сейчас пепла что-то будет не так, статуи и их маски предупредят нас об этом, чтобы могли исправить неполадку, иначе мы рискуем никогда не уступить. Я не подумал об этом, это действительно было бы ужасно. То есть они проверяли все через маски, офигеть. Ну, ребята. Маски активированы, кто-то еще знает. Есть третий, кто знает. Так, как подняться туда? Третий, кто знает. Мне как-то надо залететь туда. А как? Дождаться, когда меня выкинет в космос. Другого варианта я не вижу, как сюда попасть. Тут есть стеночки, которые можно ждать. И либо я изучу все думаю. Черт. Как у меня времени не хватит.
Давай. Нужно выбраться отсюда. Туда. Ждем. У нас вариантов нет. Все равно туда попадем. Разница между отправкой в прошлое воспоминаний существа и самого существа. Например, если в прошлом отправлен воспоминание, значит ли это, что в прошлом отправлен я сам, не физическое тело, но я сущность? Полагаю, это не одно и то же. Разве эти события не одинаковы по своей сути? А если время будет перезаписано, полагаю, это уже не получается называемое получение воспоминаний из будущего. Разве результат не будет идентичным? Че, все так раздетка еще? Ай. Мелочь. Просто рассуждение. Все, мне теперь надо вообще идти в землю. Чтоб закончить эту петлю. Потому что я многое что узнал. Просто дофига. Так, мы сейчас будем. Еще вниз видим. Серпантик. Я хочу быстрее выглянуть. Давай туда. Что будет, если я зайду сюда? Отлично. Ну и на этом все.